Независимость Узбекистана – величайшее достижение нашего народа. В истории и судьбе нашего народа произошло огромное и, наверное, самое важное событие. Мы приобрели священную независимость. Эту знаменательную дату знает каждый. 1 сентября 1991 год. Прошло 30 лет. Много это или мало? Ответим так. Срок на самом деле небольшой, но за это время подросло новое поколение, передающее друг другу эстафету независимости. Здравствуйте, меня зовут Шахзода. Я живу в Узбекистане, в городе Учкуду. Я люблю свою родину. Давайте вместе воспевать нашу родину. Ты белым золотом одета, ты вся как золотой херман. Республика тепла и света, мой солнечный Узбекистан. Как воспеть в хвалебном гимне твой изобильный дастархан? Ты в мире всех гостеприимный, мой солнечный Узбекистан. Будь вечно юным и цветущим, да сбыться всем твоим мечтам, республика с великим будущим, мой солнечный Узбекистан. Нашим гербом, флагом гимна будем вечно дорожить. Обещаем в мире добром, честно и достойно жить. Shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman.